Жеребьевка, краткое напутствие, подготовка рабочего места и быстрый старт. Так начался первый конкурс профмастерства среди ковшевых комбинатов. Их всего 6, но зато отобрали самых лучших, говорят судьи. Задание – часть ежедневных профессиональных обязанностей. Сборка шибера и подготовка промковша к разливке стали. Конкурсное задание было подготовлено с технологических инструкций, с распоряжений. Из опыта, огромного опыта работы, участники все сильные, все достойные, все огромное оказано доверие к ним. Контроля с нашей стороны было оказано максимум. Ребята, в общем, готовы и на более высокий уровень выходить. Методично, собрано действовали участники, но каждый хотел обогнать время и справиться быстрее соперника. Скорость – верный друг Лере Бединашвили. На комбинате он известен своими достижениями в легкой атлетике и лыжных гонках. Участвовал в корпоративных соревнованиях. И теперь у него новая цель. В спортивных спартакиадах я уже участвовал. Хочется и победить теперь по своей профессии. На комбинате я работаю с 2005 года. Вначале работал огнеупорщиком, малое время 3 месяца. Потом перевелся в ковшевые, промковши. Получается, уже 13 лет я отдал этой профессии. Решил поучаствовать в конкурсе профмастерства. Среди участников конкурса профмастерства как опытные сотрудники СПЦ, которые трудятся в цехе более 10 лет, так и те, чей стаж 2-3 года. Но шансы на успех есть у всех. В конкурсных испытаниях любая мелочь может решить исход. Бригадир ковшевых цеха Алексей Филоненко считает, что организаторы создали для всех равные условия, и уровень мастерства коллег практически одинаков. В принципе, я считаю, вообще все профессионалы. Во временные рамки кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это больше интерес. Интересно посоперничать, какая-то конкуренция. Конкурсная комиссия учитывала не только время, за которое участники выполняли задания, но и правильность сборки, аккуратность и, конечно, соблюдение участниками всех требований промышленной безопасности. Все это судьи суммировали с результатами теоретического испытания и по итогам определили победителя и призеров. Почетную бронзу среди ковшевых взял Константин Мартынюк. Второе место у Алексея Филоненко. Первое место завоевал Лере Бединашвили. Обладателям золота и серебра предстоит защищать честь комбината на корпоративном этапе конкурса профмастерства. Он пройдет в июле на площадках Лебединского ГОКа и ОМК и соберет представителей 9 рабочих профессий со всех предприятий «Металлинвеста».